Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами идем в магазин, который называется Winners. Это канадская версия магазина TJ Maxx. Вы все знаете, наверное, американский TJ Maxx, а это канадский вариант. В принципе, тот же самый магазин, только почему-то в Канаде его называют по-другому. Боже, какая красота! Сколько всего красивого! Я часто здесь снимаю, вы знаете, конечно, уже все. И у нас на улице, вы знаете, вот потеплело вроде бы, да, 9 градусов, а на самом деле пасмурно, холодно, еще куча грязного снега лежат, а так хочется весны и лета. И поэтому я решила прийти сюда и померить вот таких вот прекрасных, замечательных летних платьев, которых, судя по всему, у нас много. Ну, эти с голой спиной мы, наверное, мерить не будем. Но мы найдем что-нибудь другое. Посмотрите, какая красота. Ну, потрясающе красивая расцветка. Сколько же он стоит, интересно? Оно, то есть, $60. Ну, не страшно. Много интересного. Много яркого, много цветного. Что-нибудь мы сейчас подберем. Найдем. Белые очень красивые вот эти платья. Я прям сразу его увидела. Вот это, например, вот мне понравилось. Вот такое. Из белого шитья. $60 оно стоит. Может быть, возьму, если будет мой размер. Это написано, что это large, но на вид оно маленькое. Мне кажется, что просто не на правильной вешалке висит. Сейчас, что это за компания? Не знаю. Да, действительно large, но оно такое маленькое. Ну, посмотрим. Еще есть какие-то вот такие. Посмотрите, какая прелесть. Прям хоть замуж такой выходи. Рукавчик такой. Вот белое. Очень много белых платьев. Посмотрите, очень красиво. Но я белые платья люблю, но у меня их очень мало, потому что, ну, знаете, непрактично. Я действительно себя в нем как-то чувствую немножко как невеста. Очень много сарафанов. Смотрите, какая ткань интересная, приятная. Вот тоже спина совершенно голая. Это все одна и та же, по-моему, компания. Да, судя по всему, примерно одна цена, $60. Вот такой, смотрите, тоже такой красивый сарафанчик. Вот, по-моему, такой, как белое платье, только другого цвета. Нет, оно не такое. Ну, похоже. Проблема в размерах, конечно. Я уже вижу, что все смол, экстра смол. Это печально. Потому что мне это все не подойдет. Ну, давайте я что-нибудь присмотрю. Что-нибудь... Прелесть. Что-нибудь найду, и мы пойдем с вами в примерочную. Ну что ж, друзья мои, мы в примерочной. Вы видели, я вам показывала в зале, очень много было красивых платьев. И вот я кое-что принесла, посмотрите. То есть кое-что вылилось в 10 штук. У них здесь, значит, лимит вещей, которые можно взять в примерочную, 10. Я ровненько уложилась. Ну, посмотрите, на фоне какой цветной яркой красоты я снимаюсь. Все это мы сейчас будем с вами примерять. А я сейчас покажу вам свой образ, как меня просят. Платье у меня такое, знаете, зеленовато-черного цвета, белые сапожки коротенькие, пальто черно-серое в клетку, зеленый шарф. А сейчас я пальто сниму, может быть, чтобы вам показать мое платье. Вот так я выгляжу без пальто. Платье такое легкое, довольно шелковое, украшение, вот такая вот звездочка, чокер, сережки, ну, в общем, обычный образ, ничего особенного, даже стесняюсь вам показывать, нечем хвастаться особенно. Давайте примерять скорее. Ну что, начнем с белого платья. Вы знаете, что довольно странного оно фасона. Я, во-первых, в него с трудом влезла, хотя это ларч. Вот здесь вот это вот в центре как будто бы такой корсет, который вот если бы юбка чуть-чуть как-то шла вширь, мне кажется, было бы красивее, а то оно как-то вот все одним таким этим вот, одним
куском таким. Если бы она немножко расклешалась, если бы она, вернее, расклешалась сразу от вот этого вот здесь вот шва, если бы он был немножко повыше, вот, кончался где-то на уровне талии, мне кажется, было бы красивее. Но, в принципе, в целом оно неплохое. Маловато мне, конечно, и даже не само платье, а подкладка. Кстати, 100% хлопок, как само платье, так и подкладка. Вообще очень красивая ткань. Видите, пуз торчит. Я втягиваю изо всех сил, стараюсь, но все равно видно. А давайте я вам здесь покажу, где не надо пузо втягивать. Очень красивая ткань, вот такая вот, знаете, вот такое шитье, объемное такое, даже немножко, я бы сказала, 3D. Пуговички аккуратненько, все так сделано хорошо, и стоит оно $60, и все хлопок. Вот такой вот он, хорошая длина, подкладочка, видите, все сделано из хлопка, но мне этот фасон как-то не очень подходит. Что-то на мне или размер не мой, или какой-то, не знаю, очень странный фасон, хотя платье красивое, идея очень красивая. Видите, вот цена $60, а компания, я не могу прочесть, девочки. Вот как они пишут название, Line and Dot. А, вот здесь было написано. Вот, Line plus Dot. Лос-Анджелес, ну, сделано в Китае. Линии и точечки. Вот так переводится. Линии и... Вернее, линии и горошки. Ну, горошки, в смысле, на ткани. Ну, или точки, в общем, как-то так. Красивая ткань. Вот, посмотрите, какое миленькое платьице. И у него прекрасный состав. 52% лен, 48% вискоза. Прекрасная расцветка, такая нежная. Такая весенняя, летняя. Очень красивая юбка, сделанная из нескольких слоев. Резинка вот такая двойная. Стоит она всего лишь $50, девочки. Я прямо... У меня много платьев, мне не надо. Но лен с вискозой, и такое приятное, и такое чудесное, такая красивая расцветка, и фасон хороший. Ну, в общем, я нахваливаю. Нахваливаю, потому что мне нравится. Мне прямо очень нравится оно. Карманов нету, жалко. Но посмотрите, какое оно милое. Действительно очень приятное. И очень хороший состав. Чудо. Просто чудо. Посмотрите, какая расцветка. Прекрасно. Вот это платье мне прямо очень нравится. И рукавчик такой удобный. Здесь не слишком закрыто, не слишком открыто. И нигде не жмет, не давит. В общем, замечательно красивое платье. Замечательно, замечательно приятное. Видите, вот его цена. Оно стоило $78 в том магазине, в котором оно продавалось оригинально. Касса Кабана, какая-то компания. Первый раз слышу. Размер медиум был, кстати. Хорошая платьице, очень-очень нежная. Очень милая расцветка, приятная такая красивая юбка, в общем, хорошее платье. Еще одно платьице милейшего такого романтического фасона, юбочка такая с оборочкой, такой милый нежный цветочек в нем. Вот здесь вот сверху так все красиво, здесь тоже резинки сделаны, по-моему, 3, да? Тут какие-то завязочки, что-то висит, какие-то пластиковые. Эти очень красивый вырез сделан, очень красивый милый рукавчик, тоже 100% хлопок. $50 она тоже стоит, хлопок само платье, и вот на юбке пришита подкладка. Сверху нет подкладки, а на юбке есть подкладка, чтобы не просвечивалось. Классно, кстати, очень правильно сделано. И тоже оно стоит всего лишь $50 при 100% хлопке само платье и 100% хлопок подкладка. Ну, это же просто чудная, чудная находка. Вот смотрите. Вообще, я вам хочу сказать, что летом есть очень много... натуральных тканей, намного больше выбор натуральных тканей, потому что все-таки летние вещи как-то шьют из хлопка и льна. Но, в всяком случае, вот здесь вот в наших этих магазинах можно очень найти много симпатичных льняных или хлопковых платьев. Практически все, которые пока что я примеряла, они все сделаны из хлопка. Причем из хлопка сделано платье, из хлопка сделана подкладка. Вот его можно вот так носить. У меня, правда, черные шлейки, здесь не очень это красиво, от бюстгальтера. Но вот его можно носить вот так вот рукавчиком. Видите? Очень романтично, но тогда, ну, наверное, есть шанс, что оно упадет. Может быть, надо тогда поменьше размер, но мне не надо меньше размер, потому что у меня вот здесь вот оно в самый раз. Мне не надо. Это, по-моему, large. Ну, какая прелесть. Какое прекрасное, нежное, летнее, осеннее платьице. Просто чудо. Вот оно стоило $50. Стоит. Почему стоило? Размер large. И... вот так вот называется бренд. Здесь такие компании, я о них никогда не слышала. Здесь миллион разных компаний.
которые я никогда не слышала и не встречала. Ну, некоторые из них уже знакомы мне, они здесь попадаются, а некоторые совершенно новые. Видите, вот так симпатично сделан рукавчик, вот такая вот расцветочка нежненькая, чайная такая платьице. Вот здесь нет подкладки, видите, а вот от талии подкладка пришита. И все это хлопок. Чудесно, просто чудесно. Так, это платье мне не очень нравится, я его прихватила, потому что очень яркая, красивая расцветка. Мне не нравится то, что оно спереди длиннее, сзади... Спереди короче, вернее, сзади длиннее. Это вышло из моды абсолютно очень сильно сейчас, совсем не в моде. Мне, собственно говоря, это не очень нравилось, даже когда это было очень в моде, потому что мне кажется, это как-то странно. Как, понимаете, получается, что у вас как бы изнанка ткани видна, когда на вас надето это платье. Ну и вообще, оно мне маловато, может быть, это размер медиум, может и не то, что маловато, но я не знаю, какой-то фасон такой странный, как-то вот эта резинка, она как будто бы мне не на месте. Вырез очень большой, рукавчик симпатичный, такой крылышко. Но очень-очень красивая расцветка, и это район, и стоит оно $40. Цвет просто потрясающий, обалденный, прям такой гавайский, гавайское лето. Супер. Цвет красивый, фасон не очень. Видите, на вешалке какое она красивое, $40. Я и купилась, что такая расцветка, компания вот какая-то такая, ATL, Santa Cruz. Написано, что ну как бы придумано в Австралии, дизайн, ну как бы спланировано, ой, господи. Придумано, сделано, не сделано в Австралии, а австралийский дизайн, вот так скажем. Интересно, да? Так, у нас теперь серия льняных платьиц, таких, не то чтобы коротеньких, но таких, не длинных, платьев-парашютов, все они из льна и все они сделаны в Италии. Вот еще одно и вот еще одно такое у меня. Они все похожи немножко, но немножко разные. Вот это такое коротенькое платье-парашют, у него три волана. Очень яркая, очень такая летняя расцветка, но при этом рукав не короткий. Кстати, это очень удобно, потому что очень часто бывает нужно, чтобы прикрыть руки, прикрыть сгоревшие, например, руки, когда вы едете куда-то на курорт, и вы там сгораете, например, да, и вам хочется надеть что-то с длинным рукавом, но при этом легкое и не жаркое. Так вот, такое льняное платье, причем у него лен такой довольно тонкий, он не стоит колом, он не... Не толстый лен, а такой тонкий лен. И оно очень легкое. Просто очень легкое, очень свободное. Вот такое вот нигде не облегает, не прилегает. Классное платье и очень смешная, красивая расцветка. Напоминает мне какую-то мозаику, знаете, такую какую-то даже турецкую, что ли. Не знаю, какую, но, в общем, какую-то такую средиземноморская такая вот расцветочка. Вот так оно в полную длину. Ну, сапожки мои, конечно, не очень хорошо сюда подходят. Сюда нужны будут какие-то ножки, шлепки. Но, в принципе, очень-очень приятное платье. Такое хорошо, не очень большое, не очень широкое, не очень узкое. То, что нужно в самый раз. Видите, стоит оно $50. Написано, что сделано оно сделано в Италии. Ну, раз написано, значит, это правда. У нас не пишут того, чего нет. У нас нельзя так. Вот, название вот такое. Еще раз написано, что сделано в Италии. И 100% лен, повторюсь. Приятно, симпатичное платье, с рукавчиком иногда бывает нужен. Так, ну это такой халатик. Все на пуговицах. Ну, вы знаете, тоже иногда надо. Опять же, вот эта горловина только мне не нравится. Ну, вы знаете, я не люблю такое. Но, в принципе, есть люди, которые это любят, которым это нравится. Тоже лен, тоже сделано в Италии. Единственное, что мне в них во всех этих платьях не хватает карманов. Так хочется куда-то засунуть руки, а руки засунуть некуда. Оно на пуговицах все здесь, оно отрезное. Не парашют, не воланы, а просто вот отрезное. Вот здесь немножко детский фасон, но очень красивая расцветка и очень хороший состав. 100% лен, тоже очень легкая, рукав такой приятный, не очень короткий. Прикрывает все, что надо прикрыть. И летом в жару... Даже вот просто куда-то выйти, ну, просто, знаете, как без всяких, без того, что это какое-то платье, куда-то пойти в нем, а просто вот надел и пошел, оно широкое, оно свободное, у него прекрасная ткань,
И очень яркая, красивая расцветка, такая радостная летняя, цвета фуксии. Так, видите, тоже она стоит $50. Вот так вот называется бренд. Катерина Ричи, сделана в Италии. Вот здесь написано, что сделано в Италии. И, в общем, я думаю, что это правда. Оно сделано в Италии. И вот такая вот красивая, интересная расцветочка. Льняное, 100% лен, платье очень милое. Так, еще одно льняное итальянское платьице. Тоже у него такая, видите, расцветочка такая более такая приглушенная, не такая яркая, как вот это вот или вот, вот это. А такое, знаете, более такое, такое спокойная, тихая расцветка, но очень тоже симпатичная. Как будто бы, знаете, немножко под джинсу, как будто бы джинсовая ткань. И вот такие вот спокойненькие, даже я бы сказала, осенние цветочки, но тем не менее. Оно летнее, мне нравится его декольте, потому что в этих двух был, видите, вот такой вот, вот этот воротничок, который мне не нравится. А вот это мне больше нравится, декольте. Это такая микс между этими двумя платьями, потому что у него тоже это платьице парашют, три воланчика таких, но оно не очень широкое, не очень большое, и вот такая вот длина посередине колена. Длина спорная, вы знаете, если бы оно было чуть-чуть длиннее или чуть короче, потому что вот самая вот эта вот такая длина, которая, как, что называется, вот посередине колена, она показывает самую некрасивую часть колена. Хотя, в принципе, практически оно, можно сказать, что оно даже ниже колена, потому что вот так вот я стою. Ну, в общем, нормальная длина, такой вот рукавчик с оборочкой, тоже такой не короткий, не длинный. Лен, нормальное платье, симпатичное, такое приятное. Так, вот так называется бренд, $50, тоже сделано в Италии. Что интересно, они все разных компаний. Это немножко странно, как бы наводит на определенные какие-то мысли. Ну вот, написано, что Italian product, что сделано в Италии, стопроцентный лен, все такое, в общем, не знаю. Конечно, сделано в Италии, если написано. Еще раз повторюсь, у нас не пишут то, чего нету. У нас все, что у нас продают, это всегда, всегда то, что есть, и всегда правда. Классное платье, очень яркое. Прям такое неоновое, я бы сказала, но очень симпатичное. Кстати, оно сейчас на распродаже, тоже сделано в Италии, сплошной хлопок, и верх, и подкладка. Вот сделано вот таким вот шитьем. Мне оно очень нравится. Просто очень нравится. У него хорошая длина, чуть-чуть ниже колена. У него единственное, что нет рукава, но в принципе it's okay. И вот здесь вот у него три пуговички. Вот такое вот. Симпатичное тоже платье-парашют. Низ так вот сделан хорошо, красиво обработан. Ой, девочки, очень красиво. Мне прямо оно очень нравится, это платье. И цвет его такой прямо... необычный. Вырви глаз, конечно, но на лето чего нет. Супер. И хлопок. Отличное платье. Просто мне очень нравится. Вот так вот вам покажу. Зацените полный рост. Сидит на мне хорошо. Размер подходящий. Опять же, парашют, но не очень большой. А такой в меру. То, что надо. И такое яркое, и такое летнее, что прямо жалко оставить. Видите, оно на сейле. Было 50, сейчас 40. И это размер large. И тоже сделано в Италии. И это хлопок. Оно, видите, у него есть подкладка. И это хлопок стопроцентный, само платье. И подкладка хлопковая. Очень симпатичная, очень красивый цвет. Просто потрясающий. Очень красивый сарафан, но не для меня. Потому что я вот сейчас стою с втянутым животом. Вот здесь... Видите, вот здесь вот на поясе сделано все вот такую вот резиночку. Мне такие фасоны не подходят. Вот сейчас я живот выпущу, и вы увидите. Хоп. Хотя это размер large. Но это некрасиво. Мне такое некрасиво. Вот если я живот втягиваю, то нормально. Ну, кто ж так может ходить с таким втянутым животом? А так, конечно, сарафан потрясающе красивый. Бело-красный. На бретельках. У него единственное, что сзади там как бы немножко голая спина. Но там есть такая завязка. Я вам потом покажу. Получается, в принципе, почти что не голая. Она фактически не очень открытая. Завязка как раз приходится на лифчик, бант такой. И он, в принципе, закрывает спину. Я не могу сейчас вывернуться вам показать. Я покажу вам на вешалке. Очень красивая расцветка, шикарный сарафан. Но вот этот фасон мне не идет. 97% хлопок, 3 эластан, а подкладка вискоза.
красиво сделан так. Ну, в общем, Кармен, сарафанчик Кармен. Так, сарафанчик дорогой, $70 стоит. Ну, потому что эта компания, я знаю ее, она довольно дорогая. Видите, как он сзади сделан. У него сзади тоже вот эта вот резинка. И вот такой вот бант завязывается, который, в принципе, практически не остается места. То есть он довольно на вид вроде бы открытый, а так на самом деле не совсем. И это вот такая компания Moon River. Я знаю, она часто у нас здесь продается. Это не очень дешевая компания, но и не очень дорогая. Видите, бретельки сделаны вот так, что они, их можно менять длину. Это очень удобно. Подкладочка вискозная. Ну, в общем и целом, сарафанчик красивый. Но не мой. Не мой фасончик. Я знаю, вы устали, но это последнее. Значит, тоже итальянское хлопковое платье. 100% хлопок и подкладка из самого платья. На вешалке оно мне больше нравилось. В принципе, мне оно просто вот здесь вот мало. Это large размер, но оно здесь вот прямо мне вот в талии очень поджимает. Мне бы надо было, наверное, extra large. А так очень красивый зеленый цвет, очень красивая ткань. Вот это вот шитье, очень похоже вот на это, вот такого же типа. Вот, видите, я вот так вот, когда наклоняюсь, у меня тут все очень некрасиво. То есть мне надо в нем прямо не дышать. А, вот, красивый рукав, но мне нужен больше размер. Размерчик маловат. Может, это просто вешалка неправильная, может, это medium, я сейчас проверю, потому что висело на вешалке, написано было large, но что-то он какой-то оно маломерочное трохи, немножко мне оно трошечки мало. А так красивое платье очень. Хорошая такая длина, хороший фасончик, хороший рукав, хороший состав, цена неплохая, в общем, цвет красивый. Все, что надо на лето. Так, стоит оно $50. Вот так, вот так называется Валентино Налди, сделанный в Италии. И этот киларч, да, но мне он как-то маловастенько немножко будет. А так красивое платье, конечно, очень красиво. Ну что ж, дорогие девушки, такие у нас были все примерки. Я очень разлохматилась, но вы попробуйте померить 10 платьев подряд. Снять, одеть, снять, одеть. Я думаю, что вы тоже... Ваша прическа тоже не останется в полном порядке. Все, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. В общем, вы понимаете, что у нас выбор очень большой летних платьев, да, за довольно хорошую цену и с хорошим составом. Хлопок, лен, в принципе, все натурально. Абсолютно все платья, которые я примеряла, они все сделаны из натуральных тканей, что очень приятно и здорово. Все, увидимся в следующем видео. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока, бай.